про то, что сам злодей там проходит, пытался немножко успокоить вот эту публику. Потому что Гельман Марат тоже вот сидит у себя спокойно в Черногории. Прям, у него, кстати, шикарный дом. Вот и только обзавидоваться можно, реально. Море, хорошая погода, хорошие там люди вокруг. Сидит и думает, что случилось там с Мароховским. Продолжая логику Певчих. А Певчих он пытается успокоить доброходов. Ему говорит, послушайте, те два врача, которые умерли, это не имеет к Навальному никакого отношения. Просто никакого. Я не знаю, вот эта публика скоро они будут брать всех умерших в этом городе и связать с Алексом. Ну, конечно. Это гениальная публика, гениальная. То есть я как-то злился. Я думал, как раз на пике борьбы с несистемной оппозицией. Я вот злился, думаю, как же так, я не понимаю. А тут речь идет просто, это элементарные идиоты. Это просто феноменально. Я еще второй пример приведу. Угадать, что случилось в Кургане. Есть координатор штаба Навального. Зовут его сейчас Алексей Шварц. Он отбывает 42-дневный, разумеется, административный арест. Я не буду обвинять, конечно, Леонида Волкова, ждать об этом, и самого Навального, но как-то он так получил 42-дневный арест. Угадайте, Владимиру Дольчу с ним случилось. Нога отнимается. Точно. Я знаю, как ему помочь. Мы же с тобой требуем независимого врача. Независимый врач — это все чушь. Мы с тобой знаем точно, что помогает. Вот, гольфик фюрера, независимые врачи, как выяснилось, смотрели кучу раз и не помогал. Значит, смотри, гольфик нам написал: спина болит, нога одну жалко потерять, как сильно, но две уже совсем нехорошо. Уровень калия зашкаливает, печень отказывает, сердце сейчас остановится. Так же было сказано. Умирает страшно. Принимается резолюция всеми, кого возможно спасать. Уходит голодовка. Все. После этого проходят праздники, и с человеком ничего не происходит. Он встал. Он подтягивается. Вот он, принес лечебный голодовка. Что случилось со здоровьем Навального? Где весь мир кричащий? Где голодающие у колонии? Где жена, бьющая челом в грудь Васильевой, заливающийся слезами и истерикой? Что случилось? Я спрашиваю, как здоровье гольфик фюрера? Почему эхо Москвы не трубит каждый день о его состоянии? Как же он чудесным образом излечился? Он же был при смерти. И нам ответил Шендерович. А он, оказывается, воскресший. Понятно? Он воскрешение произошло. Круто? Есть еще один момент в этом году. Но с пациентом было все понятно. Супруга, я считаю, поведение супруги, во-первых, ты глупенький, кто с кем там общается и так далее. То, что она там посетила, его там два раза за 100 дней, это их дело. Но это хорошая жена, она не навязывает мне, не доставляет. Решила не портить мужику, никак декабрист. Зачем портить мужику жизнь в тюрьме, да? Есть один момент, который проходит вообще мимо. Это врачи, те немногочисленные, два или три человека, может быть, четыре, которые нагнетали эту всю истерию. Вот он умрет. Вот сердце становится. Вот у нас лепнет и так далее. И вот эти товарищи постоянно одни посты лично в Фейсбуке, двое из них трудоустроены, то есть вот помимо безработных и самозванцев, есть еще трудоустроены, они работают, они контактируют с пациентом. Потому что они писали, и их степень квалификации вызывает большое сомнение. Не только у меня. Они же публично говорят, что это умрет. Бегает, оттягивается. И молодец, и слава богу, что такой крепкий наш Алексей Анатольевич после новичка. Вообще шикарно. Так вот, смею предположить, что главные врачи, как минимум главные врачи, а вообще это департамент здравоохранения города Москвы, они должны немножко изучить. Вот эти предположения, вот эти сбросы, которые делали вот их сотрудники. Они же не в частных клиниках работают. Надо немножко вызвать, поговорить, спросить, что, как, почему. Проверить.
уточнить, такие же диагнозы. Слушай, если на стороне даже Васильева считается врачом, ну офтальмолог Васильева рассуждает. Деда Харася. Дед Харась, мне кажется, он намеренно
собрал. Если реакция его уничтожила полностью в интервью, в один момент. Ну, она просто рассказала.